В Москве подвели первые итоги программы «Университетская клиника». Она реализуется на базе детской больницы имени Спиранского. Днем там побывал Сергей Собянин. Столичному мэру рассказали, что клиника сотрудничает с ведущими специалистами крупнейших медицинских университетов. Маленькие пациенты даже с самой сложной патологией могут получить помощь и консультации. Прием ведется круглосуточно. Собянину показали кабинеты и операционные, оснащенные самым современным оборудованием. Больница Спиранского, созданная лучшее отделение не только в стране, но и среди ведущих европейских клиник, в частности, реанимационное детское отделение инфекционной больницы, первоклассный ожоговый центр. В городе такие операции и такой уровень оказания помощи 2-3 года тому назад был бы в принципе невозможен. Сегодня это другая совершенно ситуация.